Сахафильм приглашает сценаристов поучаствовать в питчинге. Конкурс на лучшую идею для создания кинокартины призван увеличить количество лент, связанных с национальным кинематографом. Независимая комиссия проведет отбор 28 октября в здании Сахафильма. Принять участие может абсолютно каждый. Главное — иметь интересную идею. Нет ограничений по возрасту, профессионализму и сфере деятельности. Лучшие проекты в будущем смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Должен человек рассказать, ему дается 3 минуты рассказать свою идею. Оно хоть жанр любой, комедии или ужас, или триллер, или будет... На этом питчинге будет комиссия создана со всех кинотеатров, со всех работников из кинотеатров. Участвовать могут все, хоть кто. Тут даже нет никакого образования. Самая главная идея, если у вас нет времени приехать 28 октября, вы можете до 25 октября по почте отправить видеообращение на регламент 3 минуты всего лишь. Просто идеи, чтобы мы видели через видео, кто это рассказывает и о чем этот будет фильм.